Русские нам часто задают такой вопрос: где вы были, когда 8 лет бомбили Донбасс? На этот вопрос я отвечу очень просто. Я жил на территории Донбасса. Я жил в Луганске, в Донецке. Миллионы украинцев там жили, работали, трудились, зарабатывали там деньги, наслаждались жизнью, любили, рожали детей, умирали. Когда пришли русские и начали бомбить Донбасс, украинцы и многие другие граждане Украины вынуждены были бежать с территории Донбасса. Бежать, чтобы спасти свою жизнь. Многие украинцы с Донбасса бежали в Европу, в европейские страны. Многие бежали на Западную Украину. Многие бежали на территорию России, спасая свою жизнь. Вот когда русские пришли на Донбасс и начали бомбить Донбасс, грабить Донбасс, насиловать Донбасс, то люди вынуждены были бежать, люди вынуждены были спасать свою жизнь. И вот когда мне задают такой вопрос, где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс, ну, я на этот вопрос отвечу очень просто. Я спасал свою жизнь. Миллионы украинцев тоже спасали свою жизнь. Спасали от вас русских, которые пришли бомбить, грабить, уничтожать Донбасс.